Стрелки на глазах – элемент, который не выходит из моды. Меняется лишь их размер, форма и цвет. Сегодня предпочтение стоит отдать графичным вариантам с четкими линиями. Самый простой способ нарисовать ровную стрелку – провести линию совсем близко к ресницам, а затем провести вторую. Чем ближе к внутреннему уголку глаза, тем тоньше. Чтобы стрелка была ровной, веко стоит чуть натянуть. Как вариант, если, допустим, стрелки сложно самим рисовать, то можно учиться с помощью обычного карандаша черного. То есть карандашом мы рисуем основу, а уже текстуры для стрелок непосредственно уже дорисовываем и подводим финиш напрямую. Летом актуальны и цветные стрелки. Зеленые, голубые, желтые. Такие варианты отлично впишутся в тематический макияж. Неширокая черная линия будет идеальным вариантом для повседневного образа. В вечернем макияже можно поэкспериментировать с шириной. К примеру, изобразить кошачий разрез глаз. Но в любом случае важно отталкиваться от особенностей строения вашего века. Допустим, сильно нависшее веко, то понятно, что широкую стрелку размашистую мы уже не сделаем. Но легкая стрелочка по линии роста ресниц, она, в принципе, имеет место быть всегда, потому что она как раз-таки подчеркнет густоту ресниц за счет того, что затемняет вот именно эту часть. Обладательницам миндалевидной формы глаз достаточно просто провести стрелку вдоль естественного изгиба. Глазам с зауженной формой азиатского типа идут широкие стрелки. В целом же с ними сейчас можно легко экспериментировать. Главное, чтобы они подчеркивали вашу индивидуальность.